Темнота может быть и друг молодежи, но точно враг для пешеходов. Еще 2 года назад тех, кто передвигается вдоль проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток, обязали носить светоотражатели. Как выполняется это правило, проверили сотрудники ГИБДД и представители общественного совета МВД. Пешеходы, которые все еще ходят вдоль дороги вне населенных пунктов без каких-либо светоотражательных элементов, наверное, не видели этих еще не самых страшных кадров. Во время рейда в Чебоксарском районе сотрудники ГИБДД и представители общественного совета МВД только за полчаса встретились с 5 потенциальными виновниками ДТП и провели с ними разъяснительную работу. Кстати, по статистике, именно столько пешеходов в сутки попадает под колеса осенью в Чувашии. В основном в темное время суток. В этот раз нарушителям, помимо предупреждений или штрафов, вручили комплекты светоотражательных элементов на всю семью.